победитель. Одна из номинаций. Не поддающийся описанию по форме шар, а по сути ноль. В системе шаткого мироздания незаменяемая консоль. Голубоватый, как лунный отблеск, хрустальный толщи запретных вод, сработанный вроде бы и на совесть, с набором ценностей и красот. Когда запущен был конкурс века, название «Межпланетный лох», то наша маленькая планета вдруг стала первым из всех миров. С тех пор все жители словно тени и непрекаянные ветра из всех возможных пустот Вселенной. Земля – заметная всем дыра. Тишайший оклик, сусальный берег, мохнатый мох на сосне времен, но мы осмеливаемся верить, что путь наш верен и освещен. Когда неведомый прянет вечер, живую накипь срывая в нет, сойдутся звезды в безмолвной сече, перекрестятся хвосты комет, мы перестанем себя бояться и неудачи пошлем чертям, а корабли из мечты глянца на борт усадят земных котят. Как победителю пульса Вселенной не смог человек прийти к нам на финал, на поздравление, так сказать. Мы вручаем сейчас. Можно сфотографировать. Торжественно.